Привет, сегодня выходной день, и я опять снимаю влог. Сейчас я умоюсь, приготовлю себе завтрак, и для начала я поеду в зал снимать видео. Ну все, погнали в зал. И да, сегодня выходной день. Для начала я сниму для вас подкачку на горизонт. Сейчас как раз поеду в зал. Потом я покажу вам, как я буду учиться водить машину. И в конце будет школьная дискотека. Ну что, снимать пошли? А что снимать будем? Ну, для тебя горизонт, для меня, ну, вроде как. Короче, я пока не уверен. Ну, мы снимаем видос, как раз как я качаю горизонт. Пойдем в стоялки, я сейчас возьму. Так, ну, что мы сделаем? Мы поставим сначала сюда стоялки. Логично. Да. Вот, и будем сейчас вам показывать, как качать горизонт. В этом влоге я не буду ничего показывать, а то будут еще спойлеры. Увидите в следующем видео. Я тут понял, что мне надо сначала влог смонтировать, а потом подкачка на горизонт. Я хотел наоборот. Ну ладно, вот. Влад, что напоследок сказать? То, что это была моя подкачка на горизонт? Да. Меня тут держат. Я больной император. Освободите меня. Четко. Закончили снимать видос мне. Влада снимать видос мы не будем. И я пойду делать домашку. Ну все, я сделал уроки, заснял видос, а теперь я иду в парикмахерскую подстригаться. Ну все, я подстригся, теперь еду сначала домой. Подхожу к дому. Ну вот я и дома. Через часик поеду кататься на машине. Сейчас, подожди.
Помаши ручкой. Что-то у меня привычка говорить детям, помаши ручкой. Лин, давай, заходи. Заходи, заходи. Да, да, да. На первый этаж нажми. Лина. Привет, привет. А что тут поцарапано? Да кто-то взял поцарапал. Не знаю. Первый этаж. Выходите, давайте. Лина, выходи. Все, давайте. Лина. Матвей, помаши рукой. Ладно, давай, все, сейчас Лину будем садить. Лина. Матвей. Матвей. Папа. Скажи папа. Папа. Скажи Матвей. Аминь. Скажи Андрей. Скажи Валера. Скажи куколка. Куколка. Скажи, скажи Диана. Ну почти. Матвей, а ты что-нибудь скажи? Куколка. Ну Матвей, ну ты уже взрослый. Куколка. Иди, давай, скажи лягушка. Куа. Что ты в зале не снимаешь? Ну, грязное стекло. Надо было вперед посадить. Я приехал в это место для того, чтобы покататься на машине. Поехали. Я чуть-чуть нажимаю, она уже едет. Села. Засняли? Прикольно будет? Ну, половину засняли. Ладно, ладно.
Встретились тут, короче. И встретили мы еще Андрея Игоревича. Они все выпили? Да. Это была офигенная тусовка, да, Влад? Ага. Данил, как тебе? Отлично. Отлично. Ну вот и закончился мой выходной, все прошло замечательно. Сейчас уже надо ложиться спать, потому что время 10 часов. Всем спасибо за просмотр, всем пока.